Дорога от дома до детского сада. Несомненно, для ребенка это одно из первых воспоминаний, наполненных радостью и теплотой. Изо дня в день родители ведут своих малышей одним и тем же маршрутом. Только вот дорожку к детсаду под номером 101 вряд ли можно назвать хорошей и приятной. В детский сад невозможно с детьми зайти, ни в любое время года. Особенно вот сейчас весна, все тает, и вообще ужас, конечно, не пройдешь. Около ворот и около детского садика, сами видите, какая грязь. У нас добраться ни до садика, ни до остановки, ни до магазина. Только в резиновых сапогах. Ситуация очень плохая. В разные стороны. Что в ту сторону пойдешь, там посадка гаражей. В эту сторону пойдешь, там тоже все не очень хорошо. Ну и здесь только плавом. Грязи по колено, а глубокие лужи помогают преодолевать заботливо кем-то постеленные дощечки. И такая дребедень каждый день. Уже не первое поколение жителей микрорайона вынуждено месить глину по пути к садику. Но у меня старшая ходила сюда, тоже такая проблема была. Сейчас ей уже 13 лет. И второй мальчик ходит сейчас. А неоднократное обращение взволнованных мам к руководству учреждения с просьбой заасфальтировать тропинку результатов до сих пор не принесли. Ну, говорили, что сделаем, как бы, но пока вот ничего нету. Тут раз был случай, что ребенок упал прямо в лужу, вот около этих ворот, постоянно не простыхает. Ну, хотелось бы, чтобы сделали дорогу около садика, чтобы было по суше и детям было покомфортнее ходить. В общем, жители района круглогодично могут наблюдать за изменениями в состоянии грязи. Зимой наледь, летом пыль, а в межсезонье, сами понимаете.